Всем привет! Йоу-йоу-йоу! Мы продолжаем снова миссии. Скользкий город, Сань, да? Опять парашютик, что ли, выбрали, да? Ну ладно. Да. Опять с парашютиков начинаем. Пофиг. Я хоть один раз приземлюсь нормально или нет? Вот мне интересно. Я вам хоть заглушен. А у меня нет. Пусть слушают ребенка. Дети, цветы жизни. Я сейчас не могу его заглушить, только в миссии. Ну что, сейчас мы прыгать будем? Разговор такой. Папа! Папа! Я готов. Я тоже. Полетели. Ух, ух, какая красота-то. Кто там вообще внизу раскрылся? Это не ты? Я. Я-то задеваю эти, не лечу. А, у каждого, наверное, своя просто, да? Так фиг его. Дорога. Видимо, да. А, опять что ли это, где ты разбился? Ну, так там вообще жестоко. Там нужно так, как я делаю. Справа, да, облетел? А как так быстро летишь, слушай? Есть контакт. Блин, я умер. Да ты! Парашютист от бога просто. О, тут вон тоже смотрю. Но он хоть живой. Есть я так головой я вообще научился хоть на парашюте летать, блин. О, это все летит. Да. Сейчас, смотри, смотри. Сейчас присядет. Было 85, тогда у меня сейчас 70. Почему так? 46. Все, парашютов больше не будет. Баллы уже парашют кидать. Мне еще пол уровня до 10. Мне еще чуть-чуть до 14. Играл вот тут без нас, да? Вот скажите, что плохо играть. Напишите в комментариях, плохо играть без нас. Александр. Никто не финишировал, только я. О! По диким лесам, может быть? Какой? По диким лесам, вон. Ух, да там. Достать шапку, давай. GTA где? Достать шапку, вон. А, ну да, кстати. Интересное название. Шапки будем тырить, наверное. Ну, это опять кейс этот, но где он будет находиться? И на чем? Блин, сколько фантазий. Это же игроки, кстати, придумывают. Это не этот Rockstar автор, видишь? Нет, я имею в виду некоторые. Некоторые, да. Мы участвовали в одной... Где это создавали? Вот ты зашел. Я уже давно зашел. Да, у меня самый низкий уровень из вас всех. Да ты потому что лузер. Рейтинг 82%, кстати. Мы с тобой. Как всегда. Давай я ставочку ставлю 500. Я не буду. Тебе напишу, слишком маленькая ставка. Нет, нормально. Не, так сейчас-ка начнем. Там напишут, что никто не поставил. Поэтому смысла никто не ставит. Так. Достать тачку. Шапку. Не, ну похоже, реально написано было. Че берем? Тачку я вон ты беру. Ты бери ту. Да я с тобой поеду просто. Драйв. Сиди быстрее. Нифига себе. Саня. Да. Я вижу там кучу всего, я что-то. Я вижу всякого кучу. Так что берем сразу же по две. И бежим, да? Эй! Водила, блин, из Нижнего Тагила тоже. Тебя заворачивать? Где это все? Да это не там, не туда побежал. Тачку тут, тачку надо, вот она. Шапка, блин, крыса. Меня он бесит, этот баба.
Я убил его. Красавчик, шапку, блин. Как сюда выехать-то, блин? Так же, как заходил. Таксишку? Короче, надо, видать. Саня, так ты бери вторую машину. Так я раз... Меня убили! А, тогда... Еду туда, еду. Тогда едь, да. Я первую сейчас доставлю уже. Давай, давай. Это я. Я вижу. Сейчас мы врезались, вот это был прикол. Короче, цель ясна. Берем таксишки и гоним. Есть контакт. Давай, давай быстрее, блин. Ну заводись! Сигналка это еще на мозге действует. Давай, давай, давай. Давай, Саня. Ты ко мне не попадись. Все четко. Кстати, против нас что ли один играет? А! Я убил походу того и все, он вышел. Ну, так, конечно. У него нет шансов, наверное. Хотя... Быстрее садись. Награда угонщик не дает. Да не, вдвоем они играют, Саня, вдвоем. Ну, да. Ну, все, убил меня, блин. Я одного убил, он, а меня второй убил, короче. Тачка, 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 тачка нужна. У нас счет пока 2-1, так что надо держать. Саня, ты взял машину? Да, я тут как крыска подъехал к стоящей сторонке машины. Отлично. Давай, давай, назад к нам, пока тебя не заметили. А то если они видят, то это жопа, они вдвоем нападают. Видел меня? Да. Давай третью. Все окей. Я вот тут еще одну вижу машинку. Сейчас меня убьют, походу. Да, меня убили. Я подъезжаю, когда они там все время. А, сейчас он заберет ее. Но сейчас будет 3-3, походу. Как же мне бесит, когда они так долго садятся в машину. Угу. О, мы с тобой вдвоем, Саня. Я видел тебя. Да. Там, видишь, в сторонке есть машины стоящие. Я знаю, так они туда тоже бегут, блин. Все. 3-3 будет, да? Сейчас 4-3 будет, походу. Йоу! Саня, аккуратней, блин. Чуть меня не снес. Я поехал. Нифига себе тут, блин, машин. Саня, ты выезжай аккуратно. Угу. Там просто жесть. Ты мы наставили так. Блин, 4-3. Ай-яй-яй-яй. Нормально, сейчас будет 5-4. А потом они возьмут 2, да, и будет. Надо успевать как-то. Ты что-то совсем, по-моему, хотел сократить. Блин, Саня, ты, конечно, даешь. Нормально. Сейчас тупо на скорость, блин. Я, блин, эту тачку взял. Есть идейка. Давай. Ты остаешься там, мочишь их. Я там мочу их, да. Только броню возьми, там он броня. А кто-то, кстати, остался у них, по-моему. Да? Угу. Блин, я не успел. А, черт. Че за... Саня? Че? Я вылетел. Да ну на. А, че за хрень? У меня Wi-Fi. Wi-Fi отключился. Че за хрень? Блин, блин, блин. А, ребят, фейл. Че с моей плойкой? Плойка, ты че? Это печалька. Франклин, Франклин, ты че? Нет, я хочу... А, черт. Это онлайн. Не могу. Проехали.
Опа. Че? Он к нам приехал. Да они тебе сейчас жизни там не дадут. Блин. Эх, что ж такое-то? Не могу я сам. Кот, молчи, а, не мешай. Я сейчас тут вообще сосредоточен, как никто. Та-та-тан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 . Ну давай. Что с Wi-Fi у меня случилось, непонятно. Ты сейчас видел это чудо. Не вывалилось оттуда, как никто. Что, так не подключается? Нет, переподключился, все окей, странно, какая-то хрень. Все, ты живой? Нет, так я же вышел из GTA, ты че? Мне не пускало в онлайн. Я вырежу это, ребятки. Что мой пароль от Wi-Fi. Мало ли кто в Тагил приедет, захочет тут. Мы сами на дома. Угу. Будет черный экран, и будем разговаривать с тобой. Я все продумал. Не-не-не, будет та картинка, короче. Кот, заткнись. Надеюсь, мне ВКонтакте больше никто не напишет. Вот та не слышно, Саня, тебе. Да мне он мешает, он меня раздражает. Заводи свою колымагу. Какой счет-то? Я выиграю на одну. О, Саня, да ты просто герой. Сколько времени осталось? Минуту 45. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тайщер, тайщер. Вот жаль, что я не получу ничего от этой миссии, бля. Обида. Вообще обидно. Не успею я, наверное. Че, проигрываешь уже? Да, не то, что проигрывал, он успел взять быстрее, чем себе. А, сравняет, типа? Нет, он один привез уже, и второй, и так. А. Ну если бы мы были вдвоем, мы бы затащили. Мы бы уже затащили давно. Да, у меня идет загрузка. 50%. Я 14 получил. Видишь, я бы получил, может, 10, если бы не вылетел. Что, у тебя все загрузочка? 70%, да. Первый раз же долго загружается. Да. Я смотрю, биатлон начался. И полетели вопросы. Где взять игру биатлон опять? Я дома. Я не знаю, ты со мной, Ниса. Из всех доступных дел вы приняли участие в гонке 2. Команды уцелевших 2. Противостояние 4. Перестрелка 2. Захват 3. Другие миссии 5. Парашют 2. Выживание 1. Красавчик. Что мне делать-то сейчас? Я не знаю, мы в одной с тобой или нет? Не знаю. У меня дождь идет. О, загрузка. Мне тоже дождь идет. Ну чё? Нет, да, ты тут, тут. Ты со мной. Что, Александр? Ты где? Я у дома своего. А я вот где миссия? Возле дома своего. Возле дома своего. Бери миссию, приглашай меня. Слышишь, что я говорю? Возле дома своего, возле дома, да. Возле дома твоего. О, тут это.
здание этой фирмы, которая ставки-то. Кстати, мы почему не делаем? На бирже не играем. Ты меня спрашиваешь, у меня денег нет. Да есть у тебя. Там 30 тысяч. Что 30 тысяч? Там хоть сколько ставишь? Я знаю. Ну так ставь 5 хотя бы. Ну, Александр, приглашайте меня. Подожди, тут занимаюсь этим. Фигня, короче. Так вот не занимайся фигней, приглашай меня. Открыта новая борода, островок. О. Я всех из данной сессии пригласил. Вот сейчас не успевай, да? Да там мало народу. Открыт новый макияж, мечта о море. Вот макияж делаем, короче, сейчас. Я вхожу. Я вошел. Что такое? Что такое? Ку, восточный вайн, вот. Что здесь? Сань. А. Что за миссия-то? О, вот это мы давно не... Или выживание, что это такое, короче? Понятно. О. Сейчас должны затащить. Артур Довск. На вызове? На ком вызове? Минимальный уровень 9, кстати. Тут как раз мне. А тогда, кстати, у нас получилось. Ну. Все равно сыграть. 36 уровень заходит нам, Саня. Так он зашел уже. Он просто на вызове ком-то. Скоро, видимо, работает. Поставил статус на вызове. Сейчас приедет, начнем. О, жесть. А ну, это, видимо, он на телефоне что-то нажал там. Пять, четыре, три. Втроем или вдвоем? Не знаю. Сессия запускается, я ничего не нажимал. Втроем, так там время закончилось. Mm-hmm. Артур с нами. Артур Пирожков. Довск. Артур Довск. Он тоже в бане какой-то. Мы с тобой. Mm-hmm. Он один. 50 тысяч, короче. Я готов. Он один, но он 36 уровня, не забываем. Да, мы сейчас его дернем что-то. Наверное. Что-то Артурчик-то сыт, да? Ох, он такой прям вообще. Агент 007, все дела. Агент Пирожок. Один, ноль. Артур Пирожок. Мы-то вообще, блин, боярский и обезьян. А, жесть. Я в этих спортивных штанах выгляжу, будто обосравшийся. Что надо делать? Я беру снайперку. Так и сразу. Как до нее добраться только? Я помню. Дайте! Иди в задницу. Да, не собирайся. Сосучка. Ты меня только не убивай. Да я не могу залезть на эту хрень. Откройте тайну, Сань. О-о-о. Треугольник. Тогда. О, я еще и снайперки тут ни разу не стрелял, кстати. Сань, здорово. Как приближать, Сань? Можно как-то? Нет. Нет? Нет. Блин. Ну ладно. Ты ждешь снайперку, когда появится, что ли? Нет, спускайся. Она не появится. Я знаю. Она не появится. Точно нельзя приближать? Можно. Стрелками. А ты говорил, нельзя, Саня. Да не надо мне приближать, мне не посмотрю. Ты же из нее стрелял уже, я и думал, ты знаешь. Я не приближал. Где вот он, я не знаю. Что, бронежилет или не гранат? Я, короче, сверху смотрю, Саня, если что. Ага. Я его не вижу, правда, но... Не понял, куда он делся. Саня. Да вон, вон, он возле меня. Саня. Я не вижу. Да внизу он. Ты,
Ты я гранату кину. Я испугался, блин. Вон бегает. Он ездит на тачке. На тачке? Да, он на таксишке ездит. Он приехал. Ну все, Саня. Он за домом. От меня спрятался. What the fuck? Он тебя хотел сбить? Ну. И он слетел. Там себя не взорви. Он живой. Сейчас, сейчас, сейчас. Я его со снайперки сниму. Вот это охота. Блин, не попал. Ты гранатами, я со снайперки, блин. Че? Я себе под ноги гранату кинул. Фу. Есть. Убил? Да. Yeah. А, все что ли? Да. А-а-а, делов-то. Че это вообще? Вообще, блин. Сразу 3800 дали за один выстрел. Я вообще гранатами только кидался, чуть себе под ноги не взорвался. Ладно, не за один. Я там... Я там раз 10 стрелял. Да нравится, конечно, 50 RP получать. Чё. Куда, куда, куда? Куда? Гонка вооружений. Во. Чё? Нет? Да, печан... Вон этот, пески и смерть. Я с тобой, Сань. Полный кайф вот этот, вот эта жопа миссия, Сань, я ее проходил. А, там... Там нужно, короче, на самолете лететь за людьми... О, мне показывают. Член... Блин, не успел прочитать. Член тебе показывают? Нет, это плохо. Члены вашей банды там было написано. А, это... О, так мы это, за одну команду. Ну... Минимальный уровень, кстати, 15-й. Я ход, что ли? Пить весь боезапас. Играть, короче. Все, не пофиг. Ехали втроем. Сейчас мы его опять вынесем. Так, так мы главное, это, банда играем. Главное, чтобы снайперкой была. Я не понял, мы банда играем. Ну, да, конечно. Короче, на нас атакуют, мы должны защищаться. Все он втроем. Один будет атаковать на нас? Нет, там банда. А, мы нет. Все вместе? Да. Там банда на нас будет атаковать, и мы должны защищаться. О-о-о. Это жопа. Я не люблю ботов тут бить. Тут они какие-то вообще. Да, мы все вместе. А, нет. Выживание. Да, да, да. Да, да, да. Вон ты, я испугался, тебя нет. Так, берем, короче. Он с броней такой, блин. Да это одежда. Берем, короче, оружие. И ныкаемся. Ныкаемся там в одном да месте. Тут только пистолеты, ё-моё. И это тузика. Вот в этом месте идем за мной. Саня, за мной. Я с пистолетом. Блин, дал бы... Ну ладно. Вот ну. Бейте врагов. А, все, понял я. Это, короче, эти волны надо отражать, да? Да, да. Сай, ну ты встал. Давай, мы... Нифига их там. Да да, тут еще толпами они будут идти. Есть. 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 Убил? Нет, убил. Хорош вообще мы. Сейчас же знаешь, откуда они пойдут? Справа. Фак. Саня, ты спрыгнул? Да. О, фига их тут. Ребята, 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 тихо. Все, сейчас. Есть. Первая волна прошла. Ну это уже что-то. 22 убийства у меня. 22 нет. Убийства у всех, у тебя одно убийство. А у меня одно? Почему? Я думал, я там. Сейчас, короче, тут оружие сам появляется. Берем оружие. Да я понимаю, что оно появляется. Я хоть узиху возьму, может побольше оружия будет. У меня, кстати, снайперка осталась. Лучше калаш брал. Че, до волны осталось чуть-чуть. Быстро возвращаемся на места. Да, я, мне понравилось тут сидеть. Можно на крышу еще залезть-то. Уйди, уйди. Ты тут сидишь, что ли? Да, да, да.
Они прям как на ладони. Ой! Ой-ой-ой! Спасите меня. Они начали по мне стрелять, короче, я перелез через забор. Поливаем. Ой, дробь. Достал случайно. Там слева еще один. Убили его. Нет. Да-да. Нет. Убейте его, блин, я не могу его достать. Блин, меня уже другие атакуют. Там уже другая, ну пошла. Я не успеваю, вы раньше меня убиваете. Он на крыше, наверное, сидит. Фух. Да меня бесит, там где-то спрятался один. Ну, о, пошел, наш пошел туда. Все. Есть. Есть. Жизнь надо подобрать, у него вообще нету ничего. О. Ну вот, другое дело. Так, аптечка, дайте мне аптечку быстро. О, вот она моя любимая. Калаш. И что это я взял? Аптечка. Че я взял? Пулемет. Дробь. Есть контакт. Назад, назад, назад. Фух. Саня, ты че не спрятался? Там я прячусь, прячусь. Там потом с вами будет вертолет. Я вот. Я знаю. На нем буду. Меня убили. Ой-ой-ой-ой-ой. Я смотрю, буду за тобой смотреть. Плохо, все плохо. Сколько их, а? Куда ж ты? Блин, я не вижу из-за нашего, короче, нифига. Тебя тоже убили. Кто? А, справа. Вот оборону нашу разрушили и все. Ну. Давай, парень, тащи. Еще, еще, еще ему тащить и тащить. Да, да. Ты такой труп там наверху. Ой-ой-ой. Вон там машина, машина там. Да, да, там сейчас машина сначала приедет. Мазафака. Мазафака. Парень, давай, тащи, блин. Ой, жесть. Да все, он сейчас дохнет. Не, ну еще дофига в него надо. Вот сейчас дохнет. Не показывается. Ай, вон они идут. Они сейчас подойдут же, да, сюда? Угу. Если он будет там. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все, хана. Да все. Да, мало мы выдержали, конечно. Две волны. Я выдержал тогда три волны, на четвертый сдох. А тут, блин, я тупанул немного. Да, 1200. 295. Ну, нормально. Нормально все. Прикалывались. Давай последнюю миссию в этой серии. Давай. Налет. Mm-hmm. Троица в ратуши, давай. Ну давай. Болотная война 80-х. На болоте там, наверное, что-нибудь. Mm. Требуется работа. Наблюдайте за друзьями. Ну что ж. Что тут нужно сделать-то? Кейси? Кейси. Мы будем с тобой, а он будет один. Кто, кого мы бросим на амбразуру на 36 уровень, а? Не знаю, не знаю. Кто будет таскать кейса, а кто будет его отвлекать? Ты будешь его отвлекать. Сейчас слышишь, да? Ладно. Поехали, Сань. Санёк, поехали. Сейчас, сейчас, сейчас. Поехали. Я приглашение отсылал, нифига никто не нашелся. Ага, сейчас бы 107-й из-за него, да? Вот это мы поиграли. А часы, что ли? Все вот так вот делаю. Я несу.
ставил все деньги на нас, да? Тысячу. Красный, блин. Это капец у нас, конечно. Типаж. Стоящая банда. Присоединяйтесь, ребята. Я видел, там писали. У меня есть PlayStation, Присоединяйтесь в банду, играем, будем играть вместе, ребята. Отвечаю. Да. Покуражимся вместе. А, опять это, мы бы уже участвовали в этом. Разве? Да. Эй! От первого лица, что ли? Да не, можно переключить, я уж испугался. Так там сразу три, смотри, кейса. Ну так помнишь, мы участвовали в этом? Разве? Точно серии есть. На моей. Ну, это я тогда лагал, так что не считается. Да? Это с Мишей ты имеешь в виду? Нет, на моей серии когда. Ночной. Что-то я не помню. Ты не помнишь эту серию? Ой, нет, я помню, что ты записывал, я не помню, что там это было. Да мы там купили меня. Когда может, кричал молодец, он за мной едет. Он за мной едет. Я тут спрятался просто. Я успел все равно доставить. И чё тебе надо, парень? Чё ему надо? Чё, он убил тебя? Да, зачем? Просто. Он меня ждет, как бы. Блин, вот это бред сейчас был. Я, короче, появился прозрачным, хотел его задавить. Машина сквозь него проехала, и он меня убил. Блин, убей его. Убил? Конец-то, да. Достал. Он лучше бы кейсы отвозил. Он лучше бы нас убивал, вот ему-то прикол. Ну да, ему бесполезно, он понял, что бесполезно тягаться с профессионалами. По кейсам, так что. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Он меня в жопу подстреливал. Сейчас он меня подстреливает, походу. Пусть только попробует. Парашютики. А, парашютики лежат, которые сами мы поскидывали. Прикол. Есть. Он там? Да. Он за тобой едет, кстати. Я вижу. Дурак. Не, он за кейсом поехал. Я не дал ему взять кейс. Это бедный парень. 36 левел, фу! Эй, я взял кейс? А, блин, я взял. Я, короче, как крыса крайние кейсы забираю. Я взял деньги. Все, что ли? А, так все. Лузер! Просто победа на классе. Два-то на одного. Ну что, серия уже 30 минут примерно идет, так что я думаю, Сань, можно заканчивать. Да, конечно. Ну так мы и победили, да. Да, мы просто это... Тащеры, понимаете, и когда видят, что такая банда, как мы, соревнуется да. с кем-то... Развлекательные сосиджи, это... Да просто... Это просто рука-лицо. Увидимся, ребят, в следующей серии. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки и... Всем пока!